Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Президент Литвы объяснил американские танки на границе защитой жителей страны. В своем интервью литовскому радио лидер страны Гитанас Науседа заявил, что американцы размещены в Литве для того, чтобы защитить ее граждан. При этом президент подчеркнул, что присутствие американского воинского контингента на литовской земле не направлено против соседней Белоруссии. То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО, это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы, цитирует слова литовского президента телеканал Russia Today. Науседа добавил, что у Вильнюса нет никаких амбиций в завоевании чужих земель, и Литва не ставит цель напугать своих соседей. Напомним, ранее в Литву прибыл целый батальон войск США, которые укомплектованы тяжелой техникой и танками. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что это беспрецедентное размещение техники НАТО у белорусских границ и приказал силовикам республики подготовить ответные меры. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.